Сегодня третий день, как малыш без имени живет у меня. Имя я пока ему еще не выбрал, не определился. Уважаемые зрители и подписчики, продолжайте присылать ваши варианты. Малышу нужно имя, но я заодно просто пытаюсь выяснить его пол. Что? Жарко малышу. Сейчас мы нашего малыша будем кормить деликатесами. Он сейчас будет получать креветок. Обязательно коршунам надо давать рыбу и морепродукты. Давай. Вот иногда он не хочет есть. Пинцета. И приходится его кормить с рук. Что, деликатесы вкусные? Давай. Чем ему не нравится пинцет, я не знаю. Но еду он предпочитает получать с рук. Кушай, пиндюлечек. Да не за пальцы меня хватай, а за креветку. Давай. Сытый после цыплят, вкусняшек съел чуть-чуть. Кот молодец. Да, да, да. Зачем папу кусать? Так, будет кусать всерьез и откусит мне что-нибудь. Вот так, вот так. Молодец. Все? Молодец, молодец. Да. Малыши-карандаши. Давай. Ах, малыши не хотят кушать. Малыши как налопались. Что? Давай покушаем. Кузя моя. Да. Уронила Кузя. Вообще Кузя дурная. Вот теперь Кузя покушала. Скажи, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Скажи, пишите комментарии. Мы этого ждем. Что, тютюля? Жарко тебе, да? Жарко. Сейчас я тебя водичкой попою. Водичечкой, золотко мое. Наблюдение, чем занимаются за пределами ящика. А так стоим и разглядываем, что к чему. Очень внимательными черными глазками. Да? Кукулик.